Перспективы развития двустороннего взаимодействия Азербайджана и Беларуси обсудили в ходе телефонного разговора министры Джейхун Байрамов и Владимир Макей. Министры обменялись мнениями по региональной ситуации и другим вопросам. Владимир Макей поблагодарил Азербайджан за конструктивный подход к вопросу о Беларуси в совместной декларации, принятой по итогам 6-го саммита Восточного партнерства в Брюсселе.